Всем привет! На мне гигантский белый вязаный свитер, который я обожаю. Я очень давно обещала вам снять видео про мое утро, и наконец-то я собираюсь это сделать. Я расскажу вам про свой уход за кожей, бьюти-процедуры и, в принципе, как начинается и проходит почти каждое мое утро. А еще у меня для вас маленький сюрприз. В конце этого видео будет конкурс на 3 фотоаппарата мгновенной печати, как у меня. Специально для вас. Это фотоаппарат, на который ты фотографируешь, и тут же печатается фотография. Так что смотрите внимательно. Да, я сама до сих пор пугаюсь иногда от своего будильника. Первым делом с утра я всегда проверяю социальные сети. Ужасная привычка, я знаю. Чаще всего я просыпаюсь в 9:30 и иду на тренировку, но сегодня я могу немного полениться. Я люблю начинать утро с бьюти-процедур, но поскольку я еще слишком сонна, чтобы передвигаться по дому, я просто иду умываться и чистить зубы. Ну, мне кажется, все это с утра делают. А потом я ковыляю до кухни и завариваю себе вкусный чай. У меня целая мини-коллекция чаев из разных стран, и с утра я больше всего люблю заваривать черный чай с ванилью и персиком, который я привезла из Израиля. Окончательно проснувшись, я сажусь за свой любимый туалетный столик. Я зажигаю свечки, расслабляюсь и начинаю чистить перышки. Причесываюсь, увлажняю губы. И поскольку сегодня я не иду на тренировку, у меня есть больше времени. Я хочу дома сделать себе маникюр. Совсем недавно открыла для себя электрическую пилку Шоль, и это просто незаменимая вещь, чтобы руки всегда были ухоженными. Она подходит как для маникюра, так и для педикюра, и к тому же она на батарейках, поэтому ее можно везде брать с собой и не переживать о своем маникюре. Все очень просто. Первая насадка помогает придать ногтям правильную форму, вторая для шлифовки, и третья специально для полировки. Есть даже разные скорости работы пилочки, и можно выбрать комфортную. Ну и под конец я покрываю ногти специальным маслом, которое ухаживает за моими ногтями. Все 4 шага занимают около 10 минут, и маникюр дома готов. Красота! Очень советую! На самом деле туалетный столик – это моя самая любимая часть спальни, и я даже украсила его гирляндами, красивыми большими свечками и моими любимыми духами. Ну а поскольку я настоящая чистюля, я провожу за ним очень много времени. После маникюра я уделяю внимание уходу за кожей, это очень важно. На данный момент мне нравятся средства марки Joy Skin, я давно пользуюсь их линейкой ухода, очищением, увлажнением и так далее, и очень советую Joy Skin, потому что в их состав входят натуральные компоненты. Их средства помогают справиться с проблемами кожи и не маскировать их косметикой. Обычно с утра я очищаю кожу их гелем, потом успокаивающим тоником и увлажняю кожу их кремом. И, кстати, Joy Skin объявляет движение за естественную красоту. Выкладываю в Instagram фото с естественным образом, с хэштегом «естественно красиво» и хэштегом Joy Skin, ну а авторы лучших фото получат наборы средств Joy Skin и будут объявлены в моем Instagram через 2 недели. Наконец-то иду завтракать! Чаще всего я люблю брать большую тарелку и заполнять ее разными фруктами и ягодами. Например, сначала можно порезать нектарин, только резать его надо аккуратно, а не так, как я, ладно? А к нектарину можно еще добавить голубику и виноград. Вот это мой самый любимый завтрак. Меня всегда воспитывали так, чтобы я не смотрела телевизор, когда ем. Но ха, теперь я делаю, что хочу. Пока я завтракаю, я включаю интересное кино, чаще всего просто по Apple TV с телефона. В основном любимые фильмы с Леонардо Ди Каприо. На днях, кстати, посмотрела очень смешную комедию про школьников «Путис». Давно так не смеялась. Сюжет в том, что девочка в частной школе объедается наггетсов и вдруг становится зомби. И ученики-зомби начинают гоняться за учителями. Ты меня слышишь? О, смотри, драка. Нельзя кушать учителей, чуваки. Сыграем в вышибалы.
У меня, наверное, самая крутая работа, потому что моя работа заключается в том, чтобы снимать, как я сплю. Ой, можно я тут останусь? Думаю, немножко не вышел. Как же нормальные люди спят, а? Ну а теперь конкурс на милые фотики. Это фотоаппараты мгновенной печати Fujifilm Instax 8, такие же, как у меня. И когда на них фотографируешь, они сразу же печатают фотографию. И я его просто обожаю. У меня даже есть целая пробковая доска с фотографиями специально для этого фотоаппарата. Боже мой, просто он такой... няшный. Что нужно сделать, чтобы выиграть один из трех новых фотоаппаратов мгновенной печати? Я думаю, вы уже знаете это наизусть. Во-первых, поставить палец вверх под этим видео, а во-вторых, зайти на мой инстаграм Саша Спилберг и поставить лайк на как можно больше моих фотографий. Победители, как всегда, будут рандомно выбраны специальной программой, в которой я вижу всех своих подписчиков в инстаграм. И чем больше фото ты пролайкаешь, тем выше программа поднимает тебя в списке. Соответственно, тем больше твои шансы на победу. Результатов и подробная информация будет в описании. Фотоаппарат будет выглядеть вот так. В коробочке он вам придет, естественно, новый. И вы сможете самостоятельно выбрать цвет. Желаю вам удачи, хорошего дня или вечера, в зависимости от того, когда вы это посмотрите. И еще следующее пятничное видео выйдет 2 октября, то есть через 2 недели. До скорой встречи, всем пока!